В рамках программы «Столица» в Магадане устанавливают новые спортивные площадки. Вместе с травмобезопасным покрытием также установят комплексные зоны для сдачи норм ГТО и баскетбольные площадки. Сегодня мэр областного центра Юрий Гришан решил проверить, как ведутся работы на двух точках в городе. Мы заезжали сейчас на площадку во дворе набережная 3, она там, где подвиг находится, там ведутся работы по асфальтированию. Здесь уже закончены работы по асфальтированию, уже компания Master Fiber в принципе закончила и с разметкой, установит баскетбольные кольца, и мы вот через несколько дней уже откроем здесь спортивную площадку. Это мы находимся на улице Нагаевской, 53. Здесь была разбитая хоккейная коробка, травмобезопасная, решили сделать вот такое поле, я думаю, оно будет востребовано, в том числе вместе с комплексом для сдачи норм ГТО. К середине августа все работы на этих объектах закончатся. Поэтому, когда в регион вернется большая часть детей с отпусков, им будет где позаниматься и поиграть. Кроме этого, такие же площадки появятся на улице Марчиканская, 2, на набережной 51, возле 13-й школы и даже на Соколе. Всего до конца этого года в городе появится 6 подобных площадок. Хотя на улице Нагаевской площадка еще не готова к полной эксплуатации, но жители соседних домов уже хвалят ее. Однако есть небольшая проблема, которая пугает ребят там играть, а именно собаки. Я сегодня звонила в полицию. Нет, надо, знаете, куда звонить? 112 надо звонить. 112. Надо звонить 112. 112? 112. Вообще трубку нельзя. Не может такого быть. Круглосуточно. Я даже покажу телефон. 112, звоните. Я не знаю, модный полиция разогнал. Ну что, 10 было. Дети боятся заходить. Но как боятся? А вообще, конечно, площадка хорошая.